Харри, вот отрада для глаз. А что случилось с твоим? Стал платой за кое-что. Да, но... Да, он. Да. Фенрир! Добрые вести! Уходи! Ты любишь загадки? Дом богов станет красным. Красным от крови. Век мечей и секир, бур и волков.
Хави. Вот отрада для глаз. А что случилось с твоим? Фенрир! Любишь загадки? Дом богов станет красным. Красным от крови. Здравствуй. Ты пришел с заказом? Здравствуй. Гуннар где-то тут или ушел, а сказать забыл? Меня зовут Рима, а Гуннар мой добрый друг. Попросил присмотреть за кузницей, пока его нет. Рад знакомству. Странно, что Гуннар оставил кузницу. Насколько я знаю, у него на это серьезная и прекрасная причина. Потому я здесь. Раз Гуннар в тебе уверен, то и я тоже. Смотрю, ты знаешь толк в людях. Взгляни на мой товар. Покажи-ка, что у тебя тут продается.
Ты все? Мне пора. Удачи. До встречи, Эйвор. Thank you.
Что сегодня? Я же просто даром это отдаю. Отличный выбор. Отличный выбор. Больше ничего не купишь? Еще увидимся. Приходи еще.
Кави. Вот отрада для глаз. А что случилось с твоим? Да? Так, Бит. Да. Фенрир! Любишь загадки? Дом богов станет красным, красным от крови. Ты слышал слова пророчества?
Как ты узнал все это? Я шепчу это все каждую ночь, в холоде, в мраке, прежде чем во сне и предать на пол свою плоть. Thank you.
У меня не поднялась рука. Так что клятва не нарушена. Любой другой поддался бы такой ненависти. Если бы нашелся иной путь. Иного пути не было, Хави. Все предрешено. Так или иначе, ты пожертвовал собой ради меня. Не ради тебя. Не думай, что твоя доброта привлечет друзей, владыка глупцов. Я убью тебя. Всех вас я пожру плоть Асгарда. Быть может, ты и убьешь меня, сын Локи. Но до тех пор я буду наслаждой свободой. Идем, друг. Фрейя сумеет исцелить тебя. Я знаю, что вы пришли сказать. Не сказать, но явить тебе судьбы нашего мира. Едва ли найдется в мире гордец, равный Хави. Ты веришь, что сможешь изменить свою судьбу? Но сколь не бейся, сколь не борись, нити судьбы связывают тебя, как и прежде. И все ж, одна нить в этом узоре постоянно ускользает. И упрямо вьется по-своему. Асы, ваны, ваш рог грядет. Вздрогнет земля, солнце умрет. Придут йотуны, и пламя прольется с небес на ваши головы. И великий волк Фенрир пожрет ваших детей. Но вы нашли способ пережить этот ужас. Приступим. Обмануть смерть. От древа жизни мы уйдем, к древу жизни однажды и вернемся. Разум и дух отыщут в грядущем далекий день. И тогда вы родитесь заново. Закроем путь. В особенности Локи. Это все. Вперед к нашей смерти! Сегодня не день моей смерти.
Эйвор, ты проснулся. Надеюсь, с новым сказанием. Я вернулся в Асгард. Что ждало тебя там? Норны показали мне последнее видение. Начало Рагнарёка. Вокруг вились пламя и пепел, подобно смрадному ветру из Гинунгагапа. Но мы были готовы к буре. 8 асов выпили мед и отправились навстречу судьбе. Больше норны ничего мне не показали. Занятно. Что-то еще? Я помню предательство. Я предал своего друга, Тюра. Молча смотрел, как волк отрывал ему руку по локоть. Я мог предотвратить это, предупредить его. Но всего лишь стоял рядом. И ты мучился? Меня не трогала его боль. Не было ни ненависти, ни сострадания. Будто глотнул яда со вкусом вина. Себелюбие сверх меры. Вот что это. Что еще ты видел? Я связал Фенрира, сына Локи, волшебной привязью. И зверя это разъярило. Хотя я и победил его, убить так и не смог. Ты зришь мир сказаний и легенд. Я всегда думала, что это лишь притчи. Но ты будто видишь воспоминания. Каждый миг видения казался столь же настоящим, как и наша беседа сейчас. Прекрасно. Было что-то еще? Больше я разобрать не смог. Ясно. Мне понятна суть этих видений. Как и в первый раз, они вещают о страхе предательства. Один решил одарить тебя безграничной мудростью и даже собственным опытом. Возможно, это предупреждение. Его безразличие было ужасно. Не следуй по его стопам. Иначе тебя ждет лишь одиночество. Участь страшнее смерти. Понимаю. Надеюсь, что понимаю. Спасибо тебе, Валка.